30 лучших проектов в сфере науки, бизнеса, культуры, медиа и информационных технологий определили в столице. Авторам вручили гранты Тауэлсиздек Урпактары на 3 миллиона тенге каждый. Участников поприветствовала министр культуры и информации Аида Балаева. Она отметила, грант учрежден по инициативе главы государства еще в 2021 году. За это время обладателями стали 63 человека. Проекты реализуются не только в Казахстане, но и за пределами республики. В этом году мы получили более 3000 проектов от молодых казахстанцев со всех уголков нашей страны по 5 направлениям. О них вы хорошо знаете. Дорогие друзья, позвольте выразить благодарность за ваше стремление к самосовершенствованию, большой интерес к научным и профессиональным достижениям, к развитию бизнес-потенциала, а также активную гражданскую позицию. Ваши знания, навыки и творческий потенциал являются важным ресурсом для развития нашей страны.